Она искала его практически с момента исчезновения. Материнское сердце подсказывало, случилось неладное. Подключались и волонтеры из Лизы Алерт. Погибший Илья к своей маме Валентине Ивановне приходил во снах. Говорит, все пытался показать место. Потом начали мы ходить сюда, вот по Галенчино, потому что еще был снег. И по мере таяния снега мы все время ходили, смотрели, ну, может быть, где-то что-то. Хотя на нем была трехцветная яркая куртка. Что если бы, вот даже первое время, когда мы искали, что если бы он где-то, как сказали, или замерз, или провалился куда, мы бы его нашли. Наша съемочная группа к делу подключилась уже после того, как главный фигурант в своей причастности к убийству, а это, как установило следствие, было убийство, сознался и показал, где закопал тело. Вот только версий произошедшего у него было несколько. Пьяный конфликт возник вот в этом доме. Внезапно. Мол, погибший никак не хотел уходить со двора. Была потасовка. До последнего момента осужденный настаивал на самообороне. То есть эту руку я стал прижимать вниз, чтобы там кирпичом не воспользовался. Стал давить. Когда стал давить, он попытался встать и попер на меня. Ну, я стал падать и перехватился. То есть в таком положении мы упали. В том, что это постановка и театр одного актера, следователи уже не сомневались. С менее опытными экспертами эта история, наверное, так и закончилась. На квалификации превышение самообороны. Но в этот раз специалист попался опытный. И версию про случайность произошедшего он разбил в пух и прах, как и все остальные. Первая версия, да, вот, ну, на момент возбуждения была какая-то, что он там никого не видел. После того, как он показал труп, у него была другая версия, что это, как бы сказать, преступление, ну, даже не то, что преступление, а вот эта вот смерть Макаренко были причинены его товарищам. То есть Макаренко на него напал, товарищ пытался его оттащить, обхватил веревкой за шею, и в результате этого вот Илья погиб на месте. Но эта версия была разбита, проведена экспертизой. На логичный вопрос, если это была все-таки самооборона, почему не вызвали полицию, вразумительного ответа следователи не получили. В итоге именно эксперты восстановили ход событий и доказали, что это убийство было, может, и импульсивное, но точно преднамеренное. С этими выводами согласился и суд присяжных, единогласно признавший Красавина виновным в преступлении. Приговор – 9 лет лишения свободы. Впрочем, срок апелляции еще не истек. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».